разрешить принимать отдыхающих на местных курортах предлагают представители отечественного турбизнеса. Алакольский прецедент только подтверждает необходимость отмены последних санитарных постановлений в регионах, уверены представители отрасли. Конечно, при строгом соблюдении всех санитарных норм. Текущие же ограничения лишают возможности игроков туррынка восстановиться после затянувшегося коронакризиса, сетуют эксперты. А разные подходы регионов к контролю эпидситуации на местах только запутывают казахстанцев и вызывают вопросы. Напомню, на прошлой неделе после возражений бизнесменов Восточно-Казахстанской области главный санврач региона отменил постановление коллеги о закрытии зон отдыха на побережье Алаколь. На самом деле мнение такое на рынке, что надо разрешить всем, как минимум позволить людям отдыхать на природе. То есть, ну какая разница между тем, что я выхожу во двор, между тем, что я выхожу в парк и между тем, что я выхожу на открытую природу. При таких условиях, к сожалению, мы не можем работать в полной силе. И пример Восточно-Казахстанской области — это просто как бы первый отголосок того, что ну нельзя так закручивать настолько сильно гайки, да? Вопрос очень большой. Очень большую. Но вот действительно эти двойные стандарты и ставят нас в какое-то казуистическое положение. С одной стороны, мы им говорим, да, давайте, можно ехать, а в то же время тут же ограничения. Вот конкретно по Актау, это смешно же, 100 метров справа можно, слева нельзя купаться. Я считаю, что те органы, которые принимают те или иные постановления, нужно это как-то вместе, консолидированно принимать правильно, логически осмысленные решения. То, что сейчас творится, абсолютно не подлежит никакой логике.